Снова возвращаюсь в это замечательное, значит, постановочную такую вот у нас с вами новогоднее сегодня панно. И последнее видео, это у нас с вами о тех продуктах, которые я планирую выбросить. Это, соответственно, либо истек срок годности, и я не использовала до конца. Ну да, другого варианта здесь нет. То есть тут только один вариант, и, собственно говоря, давайте с вами начнем. Первое – это коробочка. Я вообще не выкладываю никакие видео там о пустых баночках, хотя, в принципе, ну, не знаю, это кому-то может быть интересно. В принципе, если кому-то это интересно, пишите, я могу выкладывать, в принципе, там, допустим, ежемесячно. Если это не интересно, то я этого делать не буду, но я просто хочу вам показать. Во-первых, у меня здесь осталась одна порция Wellness Pack женского. Завтра я ее выпью и, соответственно, выкину данную коробочку. Очень вовремя я стала пить этот Wellness, потому что все кругом болеют, но, слава богу, у меня иммунитет поддержан, хотя я сейчас все-таки чувствую, что у меня проблемы с горлом, в общем, заложил нос немножко, но очень хороший Wellness Pack. В общем-то, вот, следующее. У меня остались продукты от компании Mary Kay, которые я утилизирую, там, скорее всего, сегодня, за истечением срока годности. Первое – это тени Mary Kay. Срок годности здесь до 12-го, не знаю, сейчас будет видно, нет, не видно, до 12-17, то есть это до конца декабря 2017 года. Эти тени очень хорошие были, по крайней мере. Здесь я, смотрите, использовала, ну, практически, давайте вот на свету, пол баночки. Остальную часть я утилизирую. Они, соответственно, водостойкие, но хорошие тени, но сейчас они уже стали не очень такими, как бы, ну, то есть срок годности, когда начинает подходить к концу, все равно средство начинает портиться, как-никак, поэтому, ну, сейчас даже не покажешь, потому что, видите, свет плохо падает. Уже, конечно, не тот эффект, потому что не так быстро и хорошо ложится данное средство, поэтому, хотя вот на пальчике, наверное, видно вот эти тени. Они мне очень нравились, их можно было в несколько слоев накладывать, и в зависимости от этого был разный насыщенный, соответственно, оттенок. Хорошие тени, это была лимитированная коллекция, такие же у меня были зелененький цвет морской волны, но я их еще утилизировала летом этого года, потому что они, по-моему, вообще там до 9 месяца, то есть еще в сентябре уже просрочен был срок годности, я, соответственно, их выкинула. И вот такие вот тенюшки, здесь уже все-таки затерто все, из коллекции Mary Kay at Play. Вот такие вот дабл тени карандаш. Почему дабл? Здесь вот такой вот интересный оттеночек был, плохо видно, вот здесь вот хорошо видно, такой, знаете, нежно-персиковый оттенок. Это мой цвет, я люблю такие оттенки. Сейчас камера, вот здесь вот очень хорошо видно, как камера передает. Очень такой нежный персиковый оттенок, я люблю такие цвета. Вот, и ну тут чуть-чуть совсем осталось, но срок годности уже подходит к концу и пора выкидывать. Также здесь был с другой стороны карандаш Каял коричневый, вот такого вот оттенка. Но он тоже уже, конечно, совсем уже поменял цвет. Вот, соответственно, вот в такой вот паре можно было их наносить, либо по отдельности. Мне нравилось вот этим вот персиковым оттенком делать макияж глаз. Не основной, и основной, простите, основной акцент делать на губах. Ну, каялом я практически не пользовалась, им вообще, в принципе, сложно пользоваться, потому что его нельзя поточить, и он здесь, соответственно, ну, со временем приходит в негодность. Предпоследнее, это тоже карандаш Mary Kay at Play, это у нас такой, знаете, оттенок пыльно-розовый, тоже мне очень нравится, но его я, конечно, использовала в меньшей мере. Так, вот так вот он выглядит. И у него с другой стороны черный карандаш. Черный карандаш вот таким вот образом выглядит. Здесь то же самое. То есть вот так вот
Вот в таком вот сочетании все это было. Я тоже это, естественно, утилизирую. Так. У меня еще был черный карандаш от компании, я не помню уже, Пупа, что ли. Просто черный обычный деревянный карандаш для глаз. В общем, я, походу, его уже тоже выкинула. Поэтому не смогу показать. И последнее средство — это пудра рассыпчатая, минеральная, прозрачная из коллекции Mary Kay. Выкидываю, потому что она у меня закончилась. Тут осталось совсем чуть-чуть на один раз. Я вам постараюсь сейчас показать, если получится. Вот таким вот образом она выглядит. Ну, давайте попробуем нанести. Не знаю, получится либо нет. Она очень хорошо убирает жирные излишки. Матирует кожу. Я вообще летом ее просто наношу на кожу, не под какую там ни базу, не под тональную основу, просто на кожу. Тут осталось на самом деле на один раз, ну и, соответственно, баночку я эту тоже выкидываю. Пудра Mary Kay мне очень нравится. Тени сейчас я в основном не покупаю, потому что у меня теней очень много есть, и там есть от компании и в основном Oriflame. Но сейчас, так как у меня в зимнем периоде присутствуют достаточно яркие помады, это и оттенки персикового насыщенного, и оттенки ягодного цвета, то я стараюсь акцент на глаза делать минимальный. Поэтому глаза в основном, ну то есть тени я имею в виду, не наношу практически.